Приветствую вас на канале. Сегодня мы поговорим о том, как заработать на P2P арбитраже с криптовалютой. Мы будем использовать связку Litecoin USDT в качестве примера. Этот метод подразумевает покупку монет по низкой цене и продажу их по более высокой, получая прибыль от разницы. Не пропустите полезные советы и актуальные связки, подписываясь на наш телеграм-канал. Там вы получите всю необходимую информацию об арбитраже и сможете общаться с опытными трейдерами. Ваши вопросы всегда будут на первом месте для нашего администратора. Мы используем две проверенные платформы, представленные на CoinMarketCap для прокрута арбитражной связки. Теперь перейдем к нашей связке. Открываем раздел торговли и переходим на спотовый рынок. Находим и выбираем пару Litecoin USDT. Выбираем тип ордера – рыночный. Вводим количество USDT, например, 15 тысяч долларов, и нажимаем «Купить». Подтверждаем транзакцию. Ордер исполняется мгновенно. Отправляемся в раздел обзора активов, затем в раздел финансирования. Нажимаем на кнопку «Вывод» и выбираем нужную нам монету – Litecoin. После этого переходим на платформу, где будет проводиться обмен. Если у вас нет аккаунта, проходим регистрацию. Если есть, просто логинимся в свой аккаунт. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Переходим в раздел обмена и ищем нужную нам монету. Стоимость лайткоина больше. Разница и есть наш спред. Далее, переходим в раздел кошелька, выбираем лайткоин, нажимаем на депозит, вводим количество купленных монет и запрашиваем адрес для ввода. Копируем полученный адрес и возвращаемся на Bybit. Вставляем адрес, выбираем тип Litecoin, указываем количество и подтверждаем вывод. Проверяем все данные и проходим проверку безопасности. Средства отправлены. Теперь переходим на платформу. Обычно средства поступают в течение от 3 до 7 минут, но можно не ждать и просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Переходим во вкладку «Обмен». Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем тип Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес для вывода средств. Возвращаемся на Bybit. В разделе «Обзор активов» нажимаем «Внести». Выбираем «Внести криптовалюту». Выбираем USDT и сеть аналогичная TRC20. Копируем адрес и возвращаемся на платформу. Вставляем адрес и отправляем. Средства успешно переведены на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел «Истории транзакций». Обновляем. Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1169 долларов.